Всем привет! У нас новая серия на карте Новая Земля. Как вы уже все поняли с превью, у нас отличная новость. Все-таки я договорился с соседом на продажу своего хозяйства. Вот. Цена 250 тысяч долларов. Ну, из техники я тут, в принципе, оставляю только силка своего и, ну, там прицеп такое, силку, а не силку, я могу продать, она не нужна, прицеп для бревен, такой прицеп обычный, все остальное я продаю, как бы, ну, для ухода за животными тоже это все оставляю. Вот, с утра тут проснулся, я решил убраться сразу у коров. Надо будет нам еще сейчас закинуть им соломки, водички добавить. И хотел еще сделать один рейс и вести молочко. Там уже 32 тысячи, то есть хотя бы один прицепик мы свезем своего молока. Посмотрим вообще, сколько с этого получится заработать. Так, отлично. Сейчас еще закинем туда соломки им. Так, куда нам так ковшик поставить, чтобы он не мешал? О, давай здесь. Отличное место. Оп. И вот так его оставим. Отличненько. Тридцать шесть даже, по-моему, тысяч литров. Так, сейчас закинем еще соломки им. И нужно будет добавить еще воды. Нам так еще проскочить здесь. Ну, отличненько. По остальным тут вопросам, что у меня еще осталось. Да, в принципе-то и все. Особо тут делать больше нечего будет. Сейчас доразберемся с коровами. Свезем молочко на продажу. Доски я все продавал, точнее бревна. Ну, еще технику свезем. То, что осталось продать. Так, ну. Только застрять нам не хватало здесь еще. Так, ну давай ее куда-нибудь сюда и поставим. Разбрасыватель этот. Так. Отлично. Этот можем кинуть здесь. Так.
Вот и ладушки. Так, ну что, цепляем бочку. Повезем на продажу молочко. Надо будет вернуть ее с аренды. Так. Заполняем. 18 000. Да, наверное, придется два рейса делать. Сейчас заодно посмотрим, куда мы повезем это все. Так, кто у нас принимает молоко? Молоко, молочная станция. 2700. Ого. Да, приличное расстояние. Так, закрыть. Ну что ж, поехали тогда. Тысяч. Отличный доход. Сейчас еще тогда сделаю второй рейсик. Заработаем еще.
Я чувствую, мы с хорошей суммой вернемся на нищую землю. Я там как раз хотел построить предприятие по производству одежды. То есть предельнее мы будем, ну, по, как говорится, по проценту изготавливать ткань, а уже ткани из ткани будем делать одежду. Соответственно, на этом тоже прилично зарабатывать. Но уже свое будет производство, 100% сможем его реализовать. Заправил я еще бочку. Уже подъезжаю на разгрузку. Так, давай, наверное, здесь проедем сразу. И задом сюда. Полетели денежки. Сразу туда еще заедем на магазин. Нужно будет вернуть эту бочку. То меня за ночь 1500 еще списали за ее аренду. Она нам уже не пригодится. Отлично, цена даже не упала. Все, тогда едем на магазин. Так, возвращаем. Вернуть. Один день было в аренде. Что ж, ну, а мы тогда сейчас возвращаемся на базу. Дособираем свои вещи из дома, как говорится. И нужно будет технику ненужную съездить продать. Так что встретимся уже, как будем продавать, и трактор тоже, все дела. Так, я уже на месте, у нас уже полдень, как говорится, прошел. Вот, сейчас тогда продаем технику, и надо будет заехать еще к председателю, подписать там все бумаги, как говорится, вечером уже приедет клиент на базу для осмотра. Так, посмотрим, сколько с этого получится выручить у нас. Так, продать трактор 64 тысячи, и сколько, 33 доллара.
Да, селка, конечно, бэушная не в цене. Ладно. Так, поехали тогда, заедем к председателю. Где-то здесь недалеко же. Вон дрова еще у всех полно. Так. Пойду тогда оформлю все бумаги. Ну и потом уже поедем на участок. Оформился я, короче, нотариуса. Сейчас тогда едем на участок. Там уже вроде покупатель на месте. Передадим, как говорится, ему все дела. Получим денежку. Стоп. И поедем обратно к себе на ничьи земли. Ну как ничьи? Там уже недалеко чьи-то. Но не суть. Смысл, как говорится, от этого не меняется. На счету у нас, в принципе, приличная сумма будет, так что есть куда развиваться и за что. Да, здесь, конечно, виды видные, но придется с этим всем прощаться и передать бразды правления тем, кто в этом заинтересован. Так. Наш поворотик. Прилично, конечно, получилось заработать вообще в целом с этого хозяйства. Ну и неплохо мы его развили. Тут еще, конечно, есть куда развиваться. И вширь, как говорится, и вдоль, и в поперек. Но это уже будет другая история и не наша. Единственное, что я еще хотел заехать. О, тут еще ж молочко, наверное, осталось. Да, мы его сейчас. О, ничего себе, даже 10 тысяч. Продадим его так. А, его нельзя продать, да? Вот жалко. Ну ладно. Оставим туда новому владельцу наши коровки. Водички им добавить. Напоследок, скажем так. Уже смеркается. Так, поехали. Уже здесь на месте осматривает, как говорится, владение. Что ж, пойду тогда встречать. Так, посидели, как говорится, на дорожку. Сделка практически состоялась. Осталось только получить денежку. Ну, вот и поздравляю и вас, и нас с этим событием. Сделка совершена. А мы теперь
Возвращаемся, как говорится, на свои земли. Что ж, на этом можно заканчивать эту серию. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока. Встретимся на ничьей земле.